Вот залез на крышу. Это было непросто, но удалось. Вот они обшили крышу вот таким вот ЦСП листами, промазали мастикой и сверху уже покрыли нижним слоем технониколь. Борта еще не все они покрыли, но я думаю, еще сделают. Вот такая высотища. Вот оттуда я прилез. Тут лестница у них, а там дальше как хочешь, так и лазишь. Не знаю, насколько хорошо получится, потому что сразу же пошел дождь после того, как они сделали. Спички вон тут, блин, намочили. А вообще достаточно высоко. Здесь очень высоко даже. Вон там тоже строится что-то. Кран стоит. Там внизу стоят леса. Вот такая высота. Вот там внизу парник. Вот по этим сходням подымали листы ЦСПшные. Они тяжеленные там. Под 100 килограмм, по-моему. И вот с этой стороны, северной, они уже начали класть утеплитель. Вот уже пленкой даже утеплитель закрыли часть стены. Утеплитель 5 сантиметров положили. И вот до сюда уже утеплитель положен. Вот. А здесь вот еще нету.